синицу. Народ, небось, не фраер, тотчас галдит о судном дне, град выпал. Бегут уж к ясновицу, сломалась водокачка, готовится к войне, ай, скучно, скучно мне. Марсель Пруст, а также Анатоль Франс, на месте на моем бы уткнули бы персты во лбы и сходу запели про погоду, воспели б водокачку и не успели бы, ай, скучно, скучно мне. Сочинили, небось, по тысяче томов. Да кто же их читал?